В России на 4% сегодня повышаются пенсии. Увеличены будут как страховые, так и по государственному обеспечению. Индексация коснется и военных пенсионеров. Размер страхового пособия в 2016 в среднем будет больше 13 тысяч рублей. Таким образом, отметили в пенсионном фонде. Как и раньше, в этом году размер ежемесячных выплат будет выше регионального прожиточного минимума. Ну и сегодня же увеличиваются все социальные выплаты, в том числе детские пособия. Они подрастут на 7%.